Просто собрать яшчэ недостаткова. У Гомельском районе ушановывали тех, кто отказывает за захование урожая. Операторы зернесушильного комплекса птушкафабрики «Рассвет» первыми в районе перепрацевали больше, как 5000 тонн зерня. Михаил Кисялёв, Александр Кашеев и Виктор Семянчук работают на предприемстве на разных посадах. У кресле оператора зернесушильного комплекса только по часу уборочной. Працу за пультом просто не назовешь. Как довести зерня до необходимых кондиций, треба постоянно сачыць за шматлікімі паказчыкамі. Чтобы зерно доходило до кондиции, до хранения, нужно создать определенную температуру. Должно зерно нагреваться до 42 градусов. Оно обдувается горячим воздухом, зерно в движении постоянно. И вот когда 42 градуса у нас на компьютере стоит, и получается на выходе 13-14% влажности. И вот надо постоянно следить. А поступает зерно с разной влажностью, поэтому температуры прыгают то больше, то меньше. И вот надо постоянно подгонять, корректировать. Ушановали оператора у зернесушильного комплексу во урочистой обстановке. Лидеры працы отримали подарунки от районных уладов, предприемства и профсоюза.